Чок, водочка, шампанское. Так, вроде этот у нас нормальный. Администратору комнаты отдыха на третьем этаже вокзала.
a shame. В прошлом году. Кать, ты меня спросила, как будет в прошлом году? О, Господи! А то же экскурсия бы себе проводит, короче. Я не знаю. This is the river. We can go inside. Что-то тащили. How can you use it? Берут вот так вот и играют. Так вот. Like. Так. So it's keys for kids? For hunting, no, it's just not natural, just... It's a model. Yeah. A trap for animals? Ловли рыбы, fish catching. Fish catching. Fish catching. Okay. They boil this paint? Орнамент еще делается, на этом мужике. They put it here. А как эта краска, чего делается она? Из коры. Из коры, да. It consists of cover from wood, from trees, yeah. It blows in water and different. Ножи, ножи тоже один нож. Толстое лезвие, один нож тонкое лезвие как отвертка такая должна. They're like здесь один только, а так обычно два. Thick and thin knives. Yeah, this is это толстый? Здесь нет. Это просто. Нет, это просто. Имитирует. Имитированный, да. В общем, они поделились на две части. They divided into two groups. Одна часть пошла в Европу, Финляндия, Венгрия. Не, ну я знаю только что, то есть это древнейший народ, он сначала назывался угр, прям угр, которые жили. Ханты манси called before угры. Не ханты манси, а потом уже, то есть потом получается один большой народ был, потом уже отделилась какая-то часть, вот венгры и финны пошли в ту сторону на в Европу и остались здесь, которые ханты и манси, да, половина. Some parts of these people came to the Finland
went to Finland, in one part stayed here. So and this part is Hantamansi. They have the same language. Нету такого у нас, как церковь там еще. На каждом стойбище, в каждом родовом угодье, или как где... Святые места есть, да. Они тоже по-разному определяются. Every family has this place, just... как святой? Saint place. Just. In their house? Yeah. Yes. Or out of house. Okay. Inside of there, there is some place for like pray for praying. Okay. Mm-hmm. Вот царские врата, диаконские врата. Через царские врата может ходить только священник. Uh-huh. This is for king gate. This is like a little great, less great. There's like king and less. Prince. Yeah, maybe prince, like yeah. Or lord or something. Lord, yeah. И вот он им отдал, и вот они здесь построили городище Сургут. And they built this city. И so вот на этом месте был построен первый храм. This is the first cathedral. Okay. И это как было 16 век. It was 16th century. И вот по проекту 16 века, как в Кижах сохранились, там же церкви сохранились и 11 век, и 14 век, и 16. Nothing special that they just built here using some wood. Сам сруб построен без единого гвоздя. Without, do you remember, without nails. Отделка, конечно, с гвоздями вся получилась, но по первости была задумка без все без гвоздей и не такая должна быть. Now here there is some nails, but должно быть все брёвнами так. Все. Сделаем вот так, уже более-менее современно. Ну, ладно, спасибо. Думаю, thank you.
Thank you.
серая лошадь. Gegege no Kitaro. Gegege no Kitaro is the many famous cartoons, one of cartoons. For me, I think so. Japanese people, between the relationship Japanese people and the cartoon animation is like so hard to describe. I can't understand the whole of the story.
after the credits. Thank you.
ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Sendai. The stop after Sendai will be Morioka. またのご乗車をお待ちしております。 指定席券お持ちのお客様、お見えの際には他の座席にお座りくださいますよう。 新越線、両毛線、八高線、真夏線。
Thank you.
Ух. А? Я тебя посыл. Thank you.
Thank you.
идем, чук на. Problem on the track. 자동 차량은 저 자동 차량이 사실 그 지점에 가시가지고. Thank you.
Okay.